Всем привет! Покажу вам рюкзачок. Купили Вало. Текс. Вот есть чек у нас. Потом вот такой обращение, такое шановный споживач. Это если хотите вернуть товар. Тут расписано, что надо делать. И гарантийный талон. Гарантия на него 2 года. 24 месяца. Вот. Ну, смотрим сам рюкзачок. Рюкзак. Вот, как вы видите, тут самолетик нарисован. Как написано в описании, рюкзак для ручной клади. То есть по параметрам он подходит большинству авиакомпаний, чтобы брать с собой и не сдавать его в багаж. Вот можете посмотреть, что тут написано. Поставляется вот в таком пакетике. Сейчас я его раскрою. Вот, оказывается, самолетик тут внизу. Я его неправильно держала, этот рюкзак. Вот здесь такая эмблемка. Здесь название производителя. Впереди есть на молнии отделение. Дальше по бокам два вот таких вот кармашка одинаковых. Затем задняя часть, вентилируемая спинка. Вот тут еще так что-то прошито в виде прямоугольника. И вот здесь отделение на молнии сзади, то есть к спине, которая будет у вас прикасаться, потайной такой карман. Сюда можно сложить документы, допустим, паспорта и так далее. Тут она уплотненная, эта спинка. Лямочки тоже уплотненные, вентилируемые с этой стороны. Регулируется длина. Вот здесь на лямках такие есть нашивки. Сюда можно еще прикрепить разные вещи, нужные для полета, если вы будете использовать как ручную кладь. Бирочка. 20 литров. Как вы видите, здесь написано. Размер 20 на 25 на 40 сантиметров. И есть вот отделение внутри, в которое должен помещаться ноутбук 15,6 дюймов. Ну, вот здесь написано то, что я вам уже показывала. Какие тут лямки, регулируемая длина и так далее. Материал полиэстер, водонепроницаемый. Отделение спрятан вот здесь за такой шторочкой. Сейчас я его открою, посмотрим. Так, ну вот я сразу положила сюда в рюкзак свой ноутбук, чтобы было видно, что он как раз подходит по размеру. Тоже 15,6 по максимуму. Вот так он здесь хорошо поместился. Здесь и мягко, и плотно одновременно. Для того, чтобы и спине не сильно мешало. Ну и для ноутбука или планшета, чтобы была защита какая-то. Сейчас я его вытяну. Вот так выглядит без ноутбука. Здесь внутри желтая подкладка. Сама ткань плотная, но в то же время она такая, видите, как бы форму не держит. То есть, если сюда вещи какие-то класть, то, естественно, он будет держать форму из-за вложений. А так он вот сам складывается. Ну, такой рюкзачок. Кому понравился, рекомендую.